Подурачившись немного в прошлом видео с разбором шуточного билда по убийствам с одного удара, в этом видео у меня к вам небольшой вопрос и информационный посыл. Кто не первый раз на моем канале, знает, что я постоянно использую баг с мутациями, вставляя навыки в несоответствующие им дополнительные ячейки. И все было гладко до сегодняшнего дня. Я, как и положено, в этот теплый летний погожий денек решил зайти в Ведьмака и подумать над новым билдом. Может быть даже о реинкарнации Ванпанчмена в тяжелых доспехах медведя. Путь мой вел меня в Новиград, в все еще необустроенную таверну Лютика, к общему сундуку, и я даже успел потянуться за нужным мне доспехом медведя, как перетащив его в свой инвентарь, случилась какая-то карма, и его уровень стал превышать мой более чем на 10 единиц, причем в инвентаре сундука он был нормальным, а в моем инвентаре ему захотелось увеличить свой уровень, и вроде бы как это не очень плохо, доспех более высокого уровня с более высокой броней, но... Нахрена? Я сейчас на New Game Plus, где есть своя линейка легендарных доспехов с более высокими параметрами. А здесь и сейчас я использовать их не могу, а мне нужно для видео. Кроме непосредственной кирасы, подобная ситуация случилась и с перчатками. Тогда как ботинки и штаны уже ранее превратились в мастерские и сменили свой уровень. После нескольких попыток еще выловить такие удачные в кавычках вещи, я поймал Грифона. И решил больше не рисковать. Уйдя от греха подальше. Ну, не знаю, например, на острова Скеллиге. Стану морским разбойником, буду грабить караваны, а как доберусь до необходимого уровня, сразу вернусь. Потому в ближайшее время видео не будет. А если серьезно, то у кого-нибудь были подобные проблемы? А если и были, то как вы их решили? Потому что я в полной растерянности. У меня есть 3 рабочих версии, почему это произошло, начиная от банального бага, завязанного, например, на новых чертежах доспехах. По крайней мере, по медведю подходит. Заканчивая реальной карой за богаю с навыками. Хотя, возможно, все дело в модах, но у меня стоят только автолут, автомасла и текстурки с названиями отваров. Но все может быть. Как на самом деле, не знаю. Сейчас займусь сбором легендарных типов доспехов и быстрым качем, чтобы подобные проблемы меня уже не останавливали. И не мешали готовить ролики. Это действительно значит, что в ближайшее время роликов с билдами, например, бомбера и мага не будет, так как они отчасти завязаны на гроссмейстерские бонусы доспехов. А без них любые тесты и билды будут неполными. Но я подумаю над другими билдами, а также тестом критических эффектов и, может быть, немного расскажу о модах, пока качаюсь. В любом случае, скоро увидимся в новых видео, а после получения мной легендарных гроссмейстерских доспехов и в разборе самых интересных билдов. Но на этом пока все. И всем пока-пока.